И еще одно видео сегодня мы снимем с Кристиной. Второе и сложное упражнение. Два самых сложных упражнения. Почему-то считается это параллельная парковка, которую сейчас мы делаем. И заезд в бокс. Все, выставляемся, готовимся. Три действия. Руль вправо. В зеркало считаем три конуса. Все, вот Кристина в зеркале сейчас ловит три конуса. Поймали. Выпрямили руль. И заезжаем задним колесом до желтой линии. Четко на нее наступив. Все, выравниваем руль и показываем назад 3-5 сантиметров. Все, упражнение выполнено. Все, и спокойно делаем выезд из упражнения. Все, задание выполнено.